Низкотемпературная плазма является уникальным объектом для исследования и находит широкие области применения во многих технологических процессах. А математическое моделирование плазмы предусматривает применение различных приближений и численных методов. Об этом и пошла речь на состоявшейся в КФУ 9-й научно-технической конференции на тему исследования низкотемпературной плазмы в процессах нанесения функциональных покрытий. К слову, данная конференция вошла в перечень мероприятий, приуроченных к году Лобачевского в Казанском федеральном. Лобачевский не только математик, но он очень инженер, и, соответственно, когда работал лектором, и он преподавал именно газовую динамику, то есть там чтение газа. Работа мероприятия продлится до 8 ноября включительно. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.